Видишь, Даш, мамин огородик. Розы, цветочки какие, подсолнухи, цветы. Ну, не знаю, видео длинное сделаю, там загрузится, надеюсь, у тебя. Подсолнухи. Этот огород не обойти. Там только тыквы с кабачками мама посадила 15 соток. Вот уже яблочки начали набирать. Вот видишь, вот какие яблочки красивые. Мы уже клубнику собрали. Это. Я не помню, прислала тебе фотографии, нет? Вон сколько, видишь, клубники? Вот это все. Видишь, это все клубника. Тут свекла. Там уже вот сливы. Сливы. Вот они. Вот сливы. Зелененькие. Мама там Дине цветы рвет. Капуста, вон какая, смотри. Капусточка. О, красивая какая капуста. О. Передай Даше привет. Привет! Цветы. Дарю! Это тут мамин бассейн. Бассейн. Ну, еще раз напомню. Тут перцы вот у мамы растут. Перцы, баклажаны. Нет, видео. Баклажанчики уже, смотри, какие. Ох, будет вкусненько-то как. Ох. Всякие тут цветы, цветы. Картошка. Что еще показать? Малина уже. Мама в этом году посадила, но она еще, вот видишь, маленькая. В следующем году уже будем кушать. Хотела тебе показать это. Ирга. Мама посадила два дерева ирги. В этом году мы даже чуть-чуть ягодки поели. Так что сибирские деревья у нас тоже есть. Вот красивые какие цветы, видишь? Ой, блин, вообще очень красиво. Смотри. Вот такие вот дела.